после затяжной холодной зимы, пятидневной, мы сразу в лето, плюс 18, а было минус 9. Это Северное море, маленький городишко Блумендал-Анзей, Парнасия, так называется этот район. Ну что, давайте прогуляемся, а? Dandelions, come meet me in the sky. I'm somewhere in the blue. And I pack light, how about you? Oh, dandelions, some say that heaven's new. If they're talking about the living, let's get close enough to you. За моей спиной национальный парк Кенемеланд, 38 квадратных километров. Ему же принадлежит и морской пляж Парнасия. Между прочим, совсем недавно вот эти прекрасные внутренние озера осушивали, считая, что они мешают и разрушают дюны. Потом выяснили, что именно благодаря им растет высота грунтовых вод, за счет которых появляется растительность, и песчаные дюны перестают двигаться. Вот эти маленькие кустики, кстати, очень колючие, удерживают вот эти здоровенные дюны от движения. Смотрите, ой, заяц тут! Шерсть потерял. Сейчас попробую воду. Интересно, что тут. Ой, холодно еще. Иду как будто в гости к карлику носу. Thank you.
так идешь без красной шапочки, без пирожков, а впереди лес, и волка можно встретить. Тем более они у нас тут развелись в Голландии. Идемте, я сейчас что-то покажу. Вот там наверху. Да что вы думаете, вот это огороженное место, это не мусорная куча. Хотя вы видите здесь вот кусочки пластика. Так в этих кусочках пластика лежит высохшая древесина. Куски разного сорта деревьев, вон датчики стоят. Это амстердамский, так называемый свободный университет, Фрай-университет, исследует, как себя ведут в природных условиях пчелы и жуки, короеды. Ну кто-то должен этим заниматься. If we dance around the wind and let it take us where it blows, we'll get where we need to get, yes, we'll get where we need to go. I'm just trying to figure out, cause in the end who really knows, in the end who really knows. Здесь, конечно, гулять не перегулять. И все время идешь и что-то видишь. Смотрите, о, нора. Кто в этой норке живет? If you're too good to try, then I'll be sure to tell you what it's like. Прекрасное место для прогулок. Здесь же есть абсолютно все. И вода, и дюны, лес, море. Все, что душеньке угодно. More than life.